Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня поиграем мы в Blitz Brigade Rival Tactics. Добро пожаловать в игру Blitz Brigade Tactica. Это новая игра, ребята, разнесите в хлам вражескую базу. Вышла буквально вот недавно. Но если честно сказать, что как-то, ну я не знаю, по графике немного она пикселизирована. И жанр у нее Tower Defense. Давайте будем сейчас с вами разбираться в ней. Ну, пробежимся буквально так, маленько. Если вам, как обычно, понравится игра, тогда будем продолжать. Ну, а пока просто смотрим, что она из себя представляет. У нас, я так понимаю, сейчас первый уровень, и это обучающий. Так, давай, танк, руби там эту базу. Удар. Есть, отлично. Так, пиромант, что ты там делаешь у меня? Что ты такой хилый, вялый-то? Ага, он выпустил на меня каких-то паучков. Фигня это все, не паучки. Так, все что ли? Ясно. Ну, понятно, что я новичок, тут даже к бабке не ходи. Так, награды, что мы тут получили? Так, открываем. Вот обязательно ждать вот эти вот секунды, я не понимаю, зачем они это делают. И что нам дают? Стрелки. Две штуки. И удар ястреба, и монеты. Все, понятно. И дальше мы идем назад. Ага, прогресс обучения. 7 обучений нужно пройти. Ядрить его на корень, а? Так, мне можно улучшить стрелков, да? За 10 монет. Ну что ж, давайте улучшим. Ничего не изменилось, кроме как поднялись его статы. Ну да ладно. Так, в бой. Ну, давайте в бой, поехали. Посмотрим. Так, затраты энергии на размещение. Доступна энергия. Ну, это все понятно. Давай-ка вот этого танка вызовем. Он вроде такой самый мощный, но, как написано, он может атаковать только здания. И все. То бишь, пехоту, юнитов он атаковать не может. Да, эти солдати, конечно, даже улучшенными никуда не годятся. Ну давай, пиромант, покажи там. Ну что ты там пыхтишь, как это... Да, танк, конечно, вообще беспомощен против пехоты. Они его просто колбасят, как не знаю кого. Ну-ка давай-ка свистуна выпусти. Оп. Да, это вообще самый ничтожный урон, который я когда-либо видел. Так, отлично. Ну, их сейчас быстренько расстреляют, моих солдатиков этих. Они даже пикнуть не успеют. Вот это другое дело. Давай, танк, руби в капусту их всех. И не оставь камня на камне. Так, ну кто у нас тут подошел? Давайте еще раз свистуна выпустим. Точно свистун, даже свистит. Так, они уже, смотри-ка, мою турель начали атаковать. Хитрецы. Ну давай, 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 подъезжай. Ну-ка, как-то нормально будешь жарить. Ух, неплохо. Считай, по суточке снимает. Вот танк это дело. Так, все, он норовит на меня напасть, а. Так, давай, самурай. Пока... А, в принципе, нет. Смотри-ка, самурай, да? Какой мощный. Так, его легко просто не пробить. Все, победили. Еще раз повторю, это у нас идет обучение. Поэтому тут все довольно легко и просто. Давайте заберем награду. Да ядрить тебя на корень. Опять 5 секунд ждать. Что за нововведение такое? Так, свистун. О, чудо Фабио какой-то. Ну и стрелки. И монетки. Угу, чудо Фабио, да? Значит, какой-то типа снайпер. Давайте-ка посмотрим, дадут ли мне его. Что тут? Боевая группа. Новая, новая, новая информация. Заменить. Кого? Куда? Чего заменить-то? Не врублюсь немножко. Ну давай так сделаем. У меня 4 из 4. Это означает, что я его могу как-то улучшить или что-то типа в этом роде. Так, этого я ничего не могу сделать почему-то. Хм, странно. Может быть, мне пока этого не положено? И все будет в дальнейшем. Смотрите, тут какие-то... А вот этого могу. Удар ястреба. Так, урон 126. Воздух, земля, да? Ну, а у тебя что? Тебя я не могу. Пирохим. Выстреливают клубки, короче, огня по врагам. Ясно.
Ну а ты кто у нас? Проходит сквозь здание, как раскаленный нож сквозь масло, но не может атаковать ничего другого. Кто бы сомневался. Естественно, надо где-то сделать, чтобы была загвоздка. Ё-моё, тут дивизионов-то сколько. Ого. И в конце дивизион полковников. Почему-то один. Наверное, супер-пупер-убер-класс будет. Ладно, ребята, погнали дальше. Так, не хочу я этих свистунов. Ой, давай-ка. А можно так поменять? Нет? Нельзя, блин. Придется их выкладывать, стрелков. А что у меня такая компашка-то гнилая? Давай ниндзю, наверное, лучше. А, не, ребята, все, смотри, нормально, заменяются они. Значит, я одного выкладываю. Ага, все, отлично. Вот у меня и Фабио доступен. Значит, он стоит 4 манны. Давай глянем, что он из себя представляет. Так, снайпер, да? Че, он с одного выстрела, что ли, убил бригаду ихнюю? Хе, нормально. А, нет, показалось. Тоже он какой-то ватный, если честно. Как-то я не знаю, ребят. Вроде игра новая, а графически сделана как-то не особо, чтобы, да? Ну да ладно. Не будем мы к этому придираться, будем дальше месить его базу. Так, тут мы разобрались. Ага, разобрались, фиг там разобрались мы. Вот снайпер хорошо против пехоты, я смотрю, отлично так себя ведет. Ну, он, как обычно, прет на базу, блин. Так, давай-ка шмальнем разочек. Ну, уже хоть какой-то нормальный урон. Смотри-ка, снайпер у меня сделал его турель, неплохо. Так, ниндзя. Смотрите, ребята, ниндзя вместо того, чтобы атаковать врагов, которые на меня нападают, он сразу бежит на базу. Да. Так что тут как-то надо. То же самое делает и пиромант. Хм, интересно. Ух ты, а пиромант видали сейчас? С выстрела просто их всех поджарил. Хе-хе. Неплох, браток, неплох. Свистун прилетел. Оп. Ну давай, ниндзя, доделай там свое дело грязное. Отлично, победочка. 3 звезды и победитель, все дела. Ну, чего и следовало ожидать. Так, награды. Опять 5 секунд. И давайте посмотрим, что нам дадут на этот раз. Вау, Дункан Таран, Анагр и Рахим. Ну и монетки. Что-то новенькое, ребята. Какой-то джип. Хм. Надо будет заценить. Так, боевая группа, где джип у меня? Давай-ка информацию. Штурмовая багги Дункана Макракена. Притча Ой, язык сломаешь, короче. В отличие от усов, багги снабжена ускорителем Ураган. 800 золотых, чтобы его апгрейдить. Слушайте, надо будет посмотреть, что это за багги такая. Хм. Нифига себе апгрейдик стоит. Так, ну что, давайте, наверное, ребятушки. Так, 3 из 7 прогресс у меня пройден. Давайте в бой. В бой идут одни старики, точнее Дунканы. Так, поехали. Что тут у нас? Ну-ка давай-ка, джип, 5 энергии стоит. Покажи, на что ты способен. Ёлки-палки, и это называется у него ускоритель. А, не, смотрите-ка. Есть какой-то ускоритель. Ого, он врезался в эту, в турель. Неплохо. Ну, в отличие от танка, он хотя бы может и пехоту убивать. Вот это вот радует, конечно. Так, пиромантик идет, идет, жарит всех, хорошо. Слушайте, багги, в принципе, довольно неплоха, неплоха, тут ничего не скажешь. Ну, снайпер, ну какой же ты ватный, а? Ну, вата-ватый. Даже самурай то лучше, хоть он и не прапанный. Давай-ка, полетела ласточка моя, нормально. Так, смотрите, блин, самурай держит удар. Ну, я так чувствую, ребята, что это все в обучении так легко. А когда дело дойдет до реальной игры, там будет жарко. Поехал, танк. Огнар, или как там величать-то. Так, отлично, завалили. Ну, сейчас мы эту турельку и замажем. Отлично, все, разбомбили. И осталась базенка, у которой вообще ХП практически не осталось. Свистун, сделай-ка дело свое. Ага, тут еще определенное количество времени идет, за которое я должен успеть разбомбить это все. Но, в принципе, ребята, вот типа такой игры, новиночка. Укажите, а, здесь уже можно указать свое имя. Ну, естественно, Рей. Ну что, написали, далее что у нас идет? Какая-то загрузочка.
Ага, и награды, значит, да, у нас. Ну, давай возьмем награды и глянем, что тут у нас будет. 5 секунд, как обычно. Ну, ладно. В общем, ребята, это был у меня... Так, рой ботов, ну, что-то новенькое. В общем, ребята, это был у меня такой кратенький обзор на эту игру. Если вам понравилось, пишите в комментариях, будем дальше играть в нее. А на этом все, ребята. Всем удачи, всем пока, до новых серий. Не скучайте, скоро увидимся. Пока. Bouncing the hopper, nigga, you can't stop. Bounce.